Шахматы можно назвать самым демократичным видом спорта. В нем нет возрастных ограничений, серьезных требований по здоровью. Здесь мальчики могут сражаться с девочками, а побеждает тот, кто обладает самым острым умом и стратегическими навыками. Уже в 20-й раз Славянская спортивная школа «Белая ладья» принимает гостей на Всероссийском фестивале по шахматам. Посвящен фестиваль был Дню физкультурника, который отмечается 12 августа. Шахматы – это, пожалуй, одна из немногих игр, во время чемпионата в которой в зале царит предельная тишина. Услышав звуки гонга, гроссмейстеры занимают свои столы и начинается серьезное противостояние, которое может продолжаться до 5,5 часов. Вынести такое напряжение ума может далеко не каждый, и тем не менее игра веками остается популярной. Славянская школа шахмат «Белая ладья» имеет 3 отделения, которые расположены в Славянске, станицах Петровской и Черноярковской. Всего в отделениях обучается более 200 ребят возрастом от 5 лет. Ульяна Колодченко – воспитанница Черноярковского отделения шахматной школы. В свои 9 лет уже является чемпионом Краснодарского края и бронзовым призером Юга России. Еще до поступления в школу мама привела Ульяну к тренеру высшей категории Нине Шапарь. Чтобы добиться результатов, девочке приходится заниматься по 3-4 часа 6 дней в неделю. Я решаю много задачек, а еще там это Нина Григорьевна мне дает, мой тренер, задачки, которые ставит наперед хода, и я должна их рассказать, а потом говорит, правильно или нет. Занятия шахматами помогают ребятам в учебе. Об этом говорят родители юных гроссмейстеров, которые приехали на фестиваль поболеть за своих детей. Уникальность проводимого в Славянске шахматного фестиваля состоит в том, что здесь за одним столом сходятся в поединках любители этой игры разных возрастов. Иван Андреевич Завгородний через несколько месяцев отметит свой 81-й день рождения. И уже 60 лет шахматы – его любимая игра. Я работал на многих руководящих должностях, на ответственных, поэтому шахматы мне помогали принимать правильные, взвешенные, иногда очень сложные решения. В этом турнире Иван Андреевич участвует уже в 19-й раз. Часто играть ему приходится с детьми, но от этого менее интересным турнир для него не становится. Есть такие дети тут, что уже кандидаты в мастера, поэтому с ними ухо остро, как говорится, держи. Нет, нет, никаких расслаблений. Для ребят помладше шахматы – это подготовка к школе. Для старшего поколения – лучшая зарядка для ума. Но есть в игре в шахматы и еще один плюс, который для себя отметила бывшая воспитанница «Белой ладьи» Татьяна Шапарь. Сегодня девушка учится в Петербурге на 2-м курсе университета, который готовит судей шахматных турниров. Во-первых, это общение. Это невероятное количество людей, которые со всего мира, которые с России, которые с Краснодарского края. А шахматисты, в принципе, очень образованные люди и достаточно грамотные. И поэтому шахматы дали мне неплохое образование в плане общения. По словам участников, шахматный фестиваль – это хорошая разминка перед серьезными турнирами. Потому принять в нем участие приехали шахматисты из Краснодара, Крымска, Геленджика, Новороссийска, Апшеронска, Ейска, Абинска и даже Армавира. Всего порядка 100 человек. Соревнования продлятся до 18 августа. Победители получат призы, но главное, что дает этот турнир – общение, опыт и уверенность в своих силах перед дальнейшими состязаниями. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».